Водичка, найс вообще. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале RusFPS, и карьера за Динамо ушла в небытие. И мы начинаем новую карьеру, которая, я надеюсь, продлится хотя бы больше одного сезона. Ну, это будет 100%, потому что я уже не хочу ничего удалять, ничего чистить. Меня эта серия и версия этой игры устраивает. Это голая версия, без всяких модов и модификаций. FIFA 14 на Android. Вот вы можете перейти на мой канал и посмотреть видеоролик, где я рассказываю, как ее установить, скачать, где и что вообще с ней можно делать. Вот, сегодня мы начинаем новую карьеру за Beach Club. Просили реабилитировать Beach Club в Укомби Wanderers, например, я мог бы сделать, но появился такой крутой клуб, который называется, сейчас вы узнаете, вот новая карьера тренера, это РПЛ, я хочу в РПЛке попробовать себя, это сезон 13-14, напоминаю, и как вы думаете, нет, это не ЦСКА, не Краснодар, и даже не Локо, и не Зенит. Получается, что этот клуб, он, так, получается, третий по количеству, от самый бедный это Том, потом Крылья Советов, и третий у нас идет клуб Волга. На самом деле прикольный состав, прикольный клуб, если у вас руки не из одного места, а из правильного места, то вы спокойно сможете играть за этот клуб. Как обычно, выбираем спонсора. Сегодня у нас будет больше организационные, такие менеджерский видеоролик, переподпишем контракты и все такое. Плата за матч, смотрим самый высокий, вот пока 71 у Вейва. Ну, получается, мы Вейв и выбираем, вот. Дополнительный бонус, ну, в принципе, гонорары так себе, маленькие для нашего скромного клуба. Кстати, посмотрите, я на самом деле не смотрел информацию о данном клубе. Мы выберем сильных соперников, например, Аякс, и сделаем, чтобы, ну, 40 на 60, чтобы они согласились. Вот, видите, они сразу же соглашаются. Поиграем мы с Барселоной. Шучу, нет, конечно. Мы поиграем с каким-нибудь середняком, тот же Кристал Пэлас. И также сделаем 40 на 60, чтобы они согласились 100%. Далее. Что же еще, какой клуб можно взять? Барселона. Ну, здесь уже принцип 30 на 70. Вот, и они принимают предложение. Можно сыграть с какими-нибудь из наших клубов, например, с Зенитом. Ну, тут такой же принцип 40 на 60, и они принимают наше предложение. Далее, заходим в наши контракты. Сейчас посмотрим, кого переподписать. Ожидание совета директоров. В этом сезоне совет директоров стоит перед вами следующей задачей. Нужно приобрести одного игрока моложе 25 лет. Ну, это изи. Переговоры по контракту. Обращайте внимание. Ну, это понятно, нужно перезаключать. То есть, получается, они нам даже не говорят, вот, например, когда я за Рубин начинал, именно вот в этой части, они говорили, что нужно минимум где-то в середине таблицы. А здесь они просто говорят, подпиши нам парень игрока какого-нибудь моложе 25 лет, и все. То есть это вообще на достижение началось. Сейчас зайдем в управление контрактами и посмотрим, кого вообще выгнать, кого оставить. У нас так, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. У нас очень много игроков. Я думаю, нам 20 игроков вполне достаточно. Зачем нам столько? Ну, мы, во-первых, со всеми продлим контракты. Минимум на 3 года для того, чтобы, так скажем, они не ушли бесплатно. Вот. Просто чтобы они не ушли бесплатно, и мы их кого-то продадим, кого-то оставим. Так, ну вот этого парня мы, конечно же, оставляем. Он прикольный полузащитник. Продлеваем контракт, ну, на 3 года, думаю. Но ты, парень, будешь получать чуть поменьше, потому что у нас тут как бы кризис в стране. Нам тут потерпеть, сказали, немножко, и потом заживем. Поэтому, ну, пока чуть-чуть поменьше будешь получать.
Колодин, топовый этот, как его, и вот Алдонина. У него, кстати, здесь рандомный фейс, но этот рандомный фейс похож на его реальный. Вот, с ним реально продлеваем контракт. Он просто машина, можно даже навсегда. Да, но, чувак, ты как бы постарел, поэтому будешь получать чуть поменьше, окей? Нет, серьезно? А, так, ладно, давайте тогда предложим его на его условиях. Окей, давай, сколько ты... Серьезно? Он не хочет. Вот Белоус, 18-летний парень, с ним мы продлеваем контракт и отправим его куда-нибудь в аренду. Будешь получать 5900. Я думаю, нормально. Да серьезно, что вы такие все? А, Булыкин. То есть вы понимаете, насколько это крутой клуб. Здесь есть Булыкин. Это легенда. Ну, с ним мы на 2 года, потому что больше он, наверное, играть не будет, я так понимаю. С Алдониным такой же принцип. 2 года. Да? Да, все, 2 года. Они на 5 лет не хотят подписывать, потому что уже понимают, что силы их на исходе, так сказать. Какой-то Шуленин, он на скамейке запасных, по-моему, сидел на 3 года. На три не хочешь? Ну окей, давай на 2. 34 уже, он там уже завершать карьеру собирается. Вы чё, какой футбол? Так, ну здесь на 5 лет. Даже не будем... Да, все согласен, ты согласен. Леандро, тоже мы тебя на 5 лет. Это будет очень прикольно. У нас не будет цели там выйти, как вот, например, в бич-клубе, в какой-то другой дивизион. У нас будет цель устаканиться, во-первых. Ну, тут невозможно вылететь, но не получить последнее место хотя бы где-нибудь, я не знаю, в серединке. Попробовать, так скажем, закрепиться. Вот этот прикольный парень, 27 лет, 64 рейтинг, еще есть куда расти. Полуанин. Что за ноунейм? Его мы, скорее всего, отправим в аренду бегать, ему уже 33, и как бы, ну какой футбол-то, вы чё? Белоус. Мы с тобой не договорились, парень. Вот мы тебя на 5 лет подписываем, потому что ты школьник. Все, окей. На чипсы и на газировку ему хватит. Маляров. 24 года, тоже есть куда расти на 5 лет. Hello, baby. А, далее у нас еще кто тут? Булгару. Кто ты такой вообще? Он, походу, еще в Тульском Арсенале играл, потому что фотка старая, но ему 28, поэтому на 5 лет. Так, все, ты наш раб, короче. Все. А, здесь есть Булыкин, я вам показывал уже, да? И есть здесь еще кто? У нас, кстати, очень много нападающих. Булыкин, Шелтон. Шелтон прикольный парень, кстати. Быстрый. Есть Саркизов. Кстати, тут прикол в том, что здесь практически у всех футболистов есть фейсы. Практически. Ну, учитывая их известность, так скажем, это круто. А, Даниленко, 23 года ему, тоже попробуем что-то из него сделать. Белоус. И где же наш самый крутой игрок? Во! Дмитрий Стучев. Это его фотка еще, когда он в Локу играл. Прикольный парень. А, ну и сейчас мы зайдем, посмотрим. Посмотрим. Поставим тренировочки. Все в реальном времени, чтобы вы смотрели, как строится вся команда абсолютно с нуля полностью. Это будет карьера, которая не пред... Ну, так скажем, полностью погружение, так скажем, в построение новой команды. И здесь ничего не будет вылетать. Я надеюсь, кстати. Вот. Это 100% ничего не будет вылетать, потому что это голая версия. Как бы что тут может вылететь, если только... Я не знаю. Я не знаю, если что только... А вот, у нас, по-моему, трансферы мы, скорее всего, делать не будем. Мы сейчас просто оптимизируем нашу команду, чтобы у нас... Ну вот, нахрена нам столько игроков? Вот зачем? А мы смотрим, заходим в биографию, во-первых, с нападающими решим. А, смотрим на скорость и остальные данные. Рывок 75, у Булыкина рывок 56, но вы на это не смотрите, реально. Я играл вот реально... Думал, делать карьеру или нет. Сыграл с Барселоной, Булыкин забил гол. Булыкин просто мощный. Мы его оставляем, никуда в аренду не будем увозить. Белоуса, 100%. Мы, так вот, смотрите, есть Даниленко, 23 года. 60. И есть Белоус, 18. Вот мне кажется, лучше Белоуса оставить, Даниленко мы в аренду отправляем. Это 100%. Дальше. Дальше, смотрим.
Так, Шелтона оставляем. Саркизов 77, но мне кажется, Булыкин, Сычев, Шелтон и Белоус и все остальные, вот Даниленко, Мукенди, Саркизов, их либо продавать, либо уже куда-то, ну, в аренду. Сейчас посмотрим, вот управление контрактами. Заходим. Сычев, мы тебя оставляем. Белоус, мы тебя оставляем. Так, Даниленко, мы тебя, скорее всего, продаем или в аренду. Ну, период трансферов не наступил. Я не могу ничего тут делать пока. Это мы уже потом решим. Потом оптимизируем. Это сейчас не главное. Тренировки расставили. Схема у нас пока что будет такая. Она, в принципе, нормальная. Здесь, правда, нет, нельзя включать ничего. Вот. Капитан у нас будет. Кто правильно? Сычев. Вы там загуглите, посмотрите, играют ли они еще. Вот мне будет интересно. Вот зачем мне три вратаря? Ну, мне хватает и двух. Поставим Нигматуллина. Здесь у нас на банке будет стоять. Мы сегодня, у нас пусть Шелтон поиграет и Булыкин на банке. Ну вот, в принципе, вот так строится моя скамейка запасных. Вот, чтоб, вот запомните, вот так стройте, чтобы удобно было. Раз, зашел, у тебя ФРВ, ЛП, а потом ЦОПник и все, чтобы удобно было. Все, поехали, сейчас Шелтон покажет, где... Хотя не шучу, Шелтон не нужен нам, нам нужен этот... Сычев нам нужен, зачем нам Шелтон? Вы что, с ума сошли? Все, поехали, сейчас будем играть. Итак, мы начинаем. Выбираем... белую форму, чтобы... Да, вот такую выберем форму, чтобы не сливалась. Ну, белый мячик стандартный. Все. Состав. Вы видели уже состав Аякса. Напоминаю, сезон 13-14. И все, поехали играть. Звезда футбола, ничего не меняю. Это такой челлендж для нас. Все, давайте, музыка включается, топовая. Поехали. We fell off of love like shooting stars came crashing down. And we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, the... Оу, а вот это хороший был удар. Кто это? Судхорсон забивает нам. Ну, а что вы хотели? Мы же не все сильные, правильно? Ну вот сейчас посмотрим. Вот он тут принимает и сразу же решается на удар. Это... Я так понимаю. Ну, кстати, удар хороший. И вратарь, ну, наш Нигматуллин не смог противо просто. Не смог, короче, вот. Ничего. 1-0 слили, но сейчас еще второй сыграем. И вот там, возможно, нам повезет. Так, это второй матч. Кристал Пэлас. Волга. Я решил не менять свой состав. Так скажем, только поставить Шелтона. С его скоростью 94 и посмотреть, что из этого получится. Итак, Шелтон сразу же тут начинает бомбить со своей скоростью 94. Пробежался, отдал Коряке пас, Коряка не смог пробить нашего парня, и мы бьем... Ага. Ну, весело. Итак, Бабилов. На Шелтон! 1-0. Шелтон. А я теперь понимаю, кто у нас новая звезда. С капитанской повязкой. Нам чисто отдали мяч. Тут Бабилов рвется в бой. Делает Шелтон, просто откуда-то непонятно вылетает. Бьет. И как бы гол. Нормально. Коряка на Шелтона. Шелтон, просто пробеги и просто мощно пробей. В ворота, пожалуйста. Все. Да, все, 1-0. Достижение открыто в сухую.
конечно, результаты не такие уж, чтобы прям вот вах, Вася и все такое, но там 1-0, здесь 0-1, учитывая то, что, да, рад успехами. Ага, с Пелосом выиграли, они там... Так, растяжение поясницы. Ну окей, в принципе, следующие два матча мы добьем пресезонку, и потом у нас будет, я так понимаю... Так, ну давай быстрее. Далее у нас будет игра против Динамо, Амкара и Урала. Это уже третья серия, скорее всего. Вот, ну и зайдем... В каких мы соревнованиях участвуем? Это у нас Русская Лига, ну вот РПЛ. И Russian Cup. С Кубанью будем сражаться. В общем, ребят, на этом наш видеоролик заканчивается. Предлагайте идеи по трансферам, предлагайте все, что хотите. Предлагайте схему, по которой можно играть. Вот, ну и все, в принципе, всем пока.